В среду в Москве прошел турнир памяти легендарного тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Вечер единоборств в честь отца-обладателя пояса UFC Хабиба Нурмагомедова и воспитателя многих других чемпионов состоялся во дворце гимнастики Ирины Винер Усмановой. В главном поединке турнира Fight Nights ГГК Владимир Минеев победил Даурена Ермекова в весовой категории до 83,9 кг. В соглавном поединке категории до 70,3 кг брат Хабиба, Усман Нурмагомедов, одержал победу над соотечественником Святославом Шабановым техническим нокаутом. Гостями турнира стали Хабиб Нурмагомедов, еще один чемпион UFC из России Петр Ян, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, капитан «Спартака» Георгий Джики и другие звездные бойцы и известные люди. Not again, it's a rich thing.